Первые сильные снегопады в этом году пришли раньше ожидаемого, поэтому уже сегодня, в последние дни осени, контроль за качеством уборки города – задача номер один. Приветствую вас. Рад видеть, приветствую. Глава округа Андрей Булгаков, как обещал, встретился с Михаилом Макаровым, чтобы вместе проехать по городу на подаренной жителю Ниве и лично оценить содержание территории. Во дворе дома нашего героя на Комарова 4А убрано хорошо. На очереди детская площадка, которая, к слову, скоро обновится. В следующем году по адресу запланировано комплексное благоустройство. Эти и другие вопросы глава обсудил с Михаилом Викторовичем, пока совершали объезд по городу. Количество снегоуборочной техники на улицах впечатлило. Напомним, что в первые часы после снегопада убираются подходы и проезды к социально значимым объектам, а затем центральные дороги. Снег складируется у обочины и вывозится по ночам. Местами, как отметил глава, проседает очистка снега у автобусных остановок. Чтобы исправить эту ситуацию, решено привлечь больше людей для уборки лопатами. Муниципальная служба содержания и благоустройства территории набирает в штат новых сотрудников. Заработная плата – одна из самых высоких в области. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону, который вы видите на экране.